прекрасно. Вот там вот, вот на вот этой штуке, на вот этой горе, называется Hoher Castle, с нее там есть для ресторан, ресторан, который вертится. Знаешь, там, на 360 градусов, он огромный, он там не на 5 человек, и ты садишься, и тебя там в итоге за ужин, ну, раз 5 вокруг своей оси крутит он. И ты обзор на 360 градусов, это очень круто. Их таких 3 в Швейцарии, больше. Один есть такой, один на Шилдхорне, там где Принц Глори, там где снимали Джеймса Бонда, там где И вот оттуда видно, с этой стороны видно все горы Альпштейна, а с той стороны видно Австрию Лихтенштейн и долину Рейна, вообще охеренно. Да, там где Толкиен придумал снимать «Властелин колец». Ну, как придумал, не придумал, там он придумал «Властелин колец». А когда приехали снимать, тут же хотели... Кто его снимал? Не помню. Питер Джексон. Он приехал в Швейцарию с мыслью, с просьбой, чтобы мы это снимали тут, потому что, ну, нифига себе. 200 тысяч евро до этого. Да, просто последний еще Здравствуйте, богатые швейцарцы. И вот, и они приехали, съемочная группа договаривалась, потому что грех так нельзя. Ну блин, Толкиен сам. Он же когда на Ривендейл, это вот прообраз того места с Лаутербрунна, когда смотришь на него из Вентлина. И это в книгах, в старинных, это Ривендейла фотография, ну не фотография, а рисунок. Это один в один Лаутербрунн. Медведя в Швейцарии нет, вообще ни одного. Иногда подзаходит из Италии, но их очень, ну, их отслеживают. Очень есть, если нет, их не пилы. Видишь? Без войны абонент. Знаете, в туалет. Пока не хочу в туалет. Я вас понял, не хочу в туалет. Скажи на ноги, чтобы сидел в туалет. Вот, там в скале есть дом, ну вот куда канатка идет, вот, и когда из того дома спускаешься к ВСЗ, там висят таблички «Держите детей на поводке». Серьезно? Когда? Эштон Катчем в 2012 году, когда еще особо не было Инстаграма. Не было ничего. Ну, был Инстаграм, но он не был популярным. Он в Фейсбуке, он приехал сюда, запостил в Фейсбуке, сделал фотку на... Как он называется? На Эшен. Он сделал фотку и запостил ее в Фейсбуке. А он тогда был очень популярным. Приехала на следующий, там, чуть ли не через неделю, Рианна сюда. После этого журнал National Geographic внес его на первую полосу и внес его в типа 10 places before you die, must see before. То есть 10 мест, которые вы должны увидеть, когда умрете. Перед смертью. Да, после этого началось паломничество из Америки сюда. Реально паломничество из Америки. Потому что швейцарцы говорят, которые тут жили, местные, они говорят, мы столько не видели. 2013-2014 год мы не видели столько. Там чартеры из американцев. Для американцев, которые жили, там живут на севере, они обычно приезжают куда? А мы там, Майами, Пуэрто-Рико, Доминикана, они все рванули сюда. Потому что, ну, нифига себе, Рианна, Эштон Катчер, Эшер, все. И они говорят, тут было народа столько, что мы в шоке были первые два года, поэтому было реально паломничество американских туристов. Так, мы почти поднялись, осталось совсем немножко, но я уже устала. Давай. Это водопад Клеопатры, который реально в 90-м году до нашей эры, когда приехали из... Когда Тутанхамона хоронили. Да. И там дочку потом выдавали замуж. Да. Вот они приехали сюда всей бандой, да. И они вот это, что они считали это место основанием мира. И так Клеопатра, и у нее сестра была еще, Андона Патра. И это вот, когда она умерла, вот Клеопатра тут пришла сюда, и, короче, там все, помыла тут голову, помыла кожу свою, вот котышки, вот эти все, да. Пот смыла. И после этого предание, потом женщина пришла швейцарская через 1000 лет, помыла также голову и переехала в Египет жить к Ахмеду. Поэтому это очень, это у него очень хорошее бедный, да, предзнаменование, да. Да.
Дзе-Дзе — это кратер старого вулкана, который, не понимаю, насколько он здесь должен быть жрёт, но это одно из самых эпичнейших мест вообще. Ну ладно. Идем возле озера, в лесочек заходим, и, надеюсь, скоро придем. Там загорают без кроссовки. Сейчас все? Идемте? Да нет, конечно. Мы будем тут есть. Вода тут очень холодная. Оля, давай! Мы в центре событий. Я сейчас смотрю на соски. Нет, нет, мы едем в сыроварню, чтобы покушать сыр. И мы сейчас пообедали, было очень приятно греться на солнышке. Вода прохладная, но потом быстро привыкаешь. И... очень приятно ходить с людьми, которые знают, куда идти. С приятными людьми, главное. Да. Да, с приятными людьми. Это... У меня это не волокады, маньяки, не убийцы, а местные жители. В общем, это отличный день. Я его запомню. Мы были, вот мы сейчас тут, Вассеравен. Ага. Мы были, мы пошли до Зе-Эльбзе, вот поверху, по лесу, лесу, лесу. Пришли вот сюда, пришли вот сюда. А вот Кезерай. Вот Кезерай, да. Мы тут вот, мы почили. Поплыли на лодке, поплавали на озеро, потом сходили к сыроварне и вернулись вот по нижнему. Слушайте, а можно я приеду, типа, к вам?